Всем привет! Сегодня я хочу приготовить простой в приготовлении пирог, который называется «Три стакана». Значит, в миску я добавляю яйца. Щепотку соли и стакан сахара. И теперь все это нужно хорошо-хорошо перемешать. Добавляю сюда стакан кефира комнатной температуры. Растительное масло. Теперь отправляю сюда манную крупу. Хорошо это смешиваем. Теперь добавляю сюда муку. Обязательно ее просеять нужно. И опять хорошо смешиваю. Добавляю сюда пол чайной ложки соды. Все это хорошо смешиваю и оставляю минут на 15, чтобы манка разбухла. Прошло 15 минут, еще раз хорошо смешиваем тесто. Я уже приготовила форму, смазала ее растительным маслом и включила духовку на 180 градусов. В форму выливаю тесто. В тесто можно добавить любые фрукты, абрикосы, яблоки, сливы. У меня была замороженная вишня, и я добавляю вишню. Отправляю в тесто в разогретую духовочку. Прошло 30 минут, пирог готов. Сейчас он уже у меня немножко остыл. Я его попытаюсь извлечь из формы. Так вот. Даже не знаю, как его оставить так или перевернуть на другую сторону. Наверное, оставлю так, так красивее смотрится. Сейчас он полностью остынет, и я его попробую. Немножко притрусила сахарной пудрой. Смотрите, какой пирог получается внутри. Он полностью весь пропеченный. Очень ароматный и вкусный. Подписывайтесь на канал, не забывайте писать свои комментарии. Всем пока-пока!